Хей, Ютуб, ух, и ВК, с вами я, Бладрия2, и хай, тут кто-то, короче говоря, Пётр там приготовил дом, смотрите, он там здоровый прям. Да, кстати, в свой дом я не могу зайти. Да, это у нас Hello Neighbor Malkit, новый мод, и вон у нас Пётр идёт. Куда-то он там пошёл, куда-то он там попиндалил. У него тут маленькая моделька своей машины, вот так же у него тут манекен стоит на стуле, также тут есть фонарик, так что тут до хера над PC Exit, и тут дверь в подвал, естественно, с ключ-карты и с вот этими самыми досками. Так что да. Так, что тут что-нибудь у нас есть? Нет, нет, нет. А тут нет. Там нет. Так. А тут выход на улицу, да? Ну, как обычно, как обычно. Все по классике жанра. Так, у нас что-нибудь есть? Нет. А тут? А тут до хера каких-то лаймов, что это такое? Фу, Пётр, зачем ты кетчуп хранишь у себя в унитазе? В смысле, тебе самому не противно? Вот заходишь ты добавить кетчуп, да? Добавляешь, оттуда жидкость, хуякс. И на еду. Вкусно, наверное, будет. В твоих снах, ха-ха-ха. В смысле, ты что, опять что ли боярышник попил? Пётр, хватит быть, может, уже свой боярышник пить. Если ты собрался меня ловить, тогда не надо пить боярышник. Надо наоборот, вообще ничего не пить, надо 24/7 ходить по своему дому. Кстати говоря, там я еще видел, у него целая доска с примерами. Возможно, для детей. Ну, Петр навряд ли будет сам учиться считать, учитывая то, что он такие вот он постройки делает, навряд ли ему нужно вообще учиться считать. Так, 29/08, 29 августа. Кстати говоря, у нас тут есть еще черный ключ. Открываем. Так, в белой комнате, и в белом комоде, о, в белом комоде, я не знаю, куда идти. Ну ладно, допустим, пойдем наверх. В белом верху у нас стоит Ford Mustang 1963 года, спасибо. Ну серьезно, ну это же Ford Mustang. Я ж не ошибаюсь, это же Ford Mustang. Ну по идее он вышел в 1963 году, если я не ошибаюсь. Поправьте, если я ошибаюсь. Если я не ошибаюсь, тогда вообще топ. Так, тут у нас дохера зонтиков, даже тут целая картина с зонтами. Тут у нас здоровый диван, тут у нас дохера лестниц. И это очень странная комната. А, ну еще, естественно, здоровый лайм. Ну куда ж без этого? И что это вообще? Да, это же лайм. Это же лайм. Охренеть, я угадал, что это лайм. Я не знал никогда, что это лайм, но это видно лайм, серьезно. Я обычно по цвету угадывал, а теперь я знаю, что это именно что лайм. Прикол. Так, лезем сюда. Что у нас тут? А то нам, походу, надо вниз спускаться. Либо же идти сюда. А мы пойдем, естественно, сюда, потому что нам надо сюда. Так, ну, естественно, у нас тут нифига нету, собственно говоря. И там у нас тоже ничего нет хорошего. Там только путь вниз. И, о господи, что это за здоровый замок? То есть мы вот этот вот здоровый замок будем открывать маленьким ключом? Не смешите меня, пожалуйста. Так, маленьким ключом. Вы что, угораете, в смысле? Маленьким ключом мы откроем такой большой замок? А, ну он не такой уж, в принципе, и маленький. То есть, смотрите, он прям подходит под замок. Ладно, беру свои слова обратно. Какого? А можно не надо? Я не хочу придумать его имя. Ну, не знаю, давайте его назовем. Вообще у него волосы похожи на Пеннивайза. Ну, короче, как его назовем? Давайте его назовем. Я не знаю, как его уже назвать. Давайте назовем. Как мы тебя назовем? Ладно, в жопу. Я не знаю, как тебя назвать. Серьезно, я не знаю, как назвать его. Кириллыч уже есть. Как его назвать? Влад назовем его. Во, пусть будет Владосом. Просто серьезно, у меня уже нету никаких больше вариантов. Пусть будет Владосом. Просто в натуре, уже не знаю, что мне здесь делать. Вот, блин, опять придется забираться. Так, ну ладно, давайте, во-первых, тогда откроем вот эти вот доски. А потом пойдем с ключ-картой. Все, мы открыли, теперь погнали за ключ-картой.
Вообще, если честно, в доме очень мало вариативности. Нет, ну типа серьезно, тут очень мало вариативности. То есть тут мало какой вообще либо этой вариативности. То есть у тебя все по сути на глазах находится. Ты видишь, где ключ карты, ты видишь, ну ладно, лом мы догадались просто так, мне до там тыка, но серьезно, тут очень мало вариативности. Так, давайте полезем сюда, мне кажется, отсюда будет туда мне прыгать. Ах, кстати говоря, мы там не были. Мы вот тут вот не были, сейчас пойдем туда, может там что-нибудь все-таки интересное найдем. Может там хоть какая-то вариативность будет, то никакой вариативности пока что в этом моде я вообще не нашел, так. Ну, единственное, это Богдан, который следит вниз. Ну иди тогда вниз. Ну, я вижу ему хорошо, учитывая то, что у него руки даже не изменились. Так что да. Так что ему, в принципе, даже понравилось. Попробуй, еще захочешь. Так, лезем, 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 лезем. Не спрашивайте, как я проникаю сквозь вот эти фигню вот эту вот. Просто я не знаю. Так, идем. 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 Идем, идем, идем. Есть! Получилось. Стоп. А что получилось? А что получилось? Я так ключ карты не добыл. А наш сви... А, стоп. Я путаю, кажется, что... Мне кажется, я что-то путаю. Да, блин, я что-то путаю. Вот он, этот домик. Сейчас бы просрал момент, блин. Слава богу, не просрал. Все. Ну, у нас есть ключ карты. Ну, мы все сделали. Все. Мы можем радоваться, веселиться, тусить, все что угодно делать. Так, мы нашли ключ-карту. И что? Что дальше? Так, ну, ясно, мы сейчас откроем там дверь и не знаю, что они там будет. Как все-таки хорошо, что тут есть выход. Ну, во-первых, я хочу кое-что сказать. Петр, хватит пить боярышник. Ну, серьезно, он всегда пьет свой гребаный боярышник. Кстати говоря, а какого хрена? Почему стоит манекен? О. Да, Player Them. Player Them. Обожаю Player Them. Так, все, открываем, короче говоря, не хватит заниматься хренью. Так, открываем. Не открывается, кстати говоря, там нифига нет. Ну да ладно, так может быть вот так вот откроется. В смысле? Даже моим способом не работают. Это что за подстава, в смысле? Серьезно, дверь не открывается даже под моим способом, то есть какое-то. Очень быстрое клацание по букве Е. То есть дверь не открывается? Серьезно, и нафиг я тут тогда распинался вот над этим всем, если тут вообще она не работает? Да, Петр, что-то этот дом у тебя получился какой-то такой себе. Мне кажется, он закрыл эту дверь только потому, что чтобы она не скрипела. Ну, серьезно. Видно, она очень сильно скрипела, поэтому он ее заколотил хреном собачьим. Но это очень странное решение, так как ее можно было просто, ну не знаю, удалить. Почему ей надо было заколачивать? Хотя, кого я спрашиваю? Ну кого я спрашиваю? Серьезно, ну кого я спрашиваю? Я спрашиваю его, да? Петра, который делает вот такие вот дома, да? Ладно, ребята, с вами был я, Apple 3.2, и всем пока.